Свежей краской сегодня пахло на остановке Рабиновича. Рабочие обновляли ограждения с помощью распылителя. Там, где пользоваться им проблематично, вблизи пешеходных дорожек и рядом с припаркованными машинами красили кистями. Новое лакокрасочное покрытие наносят каждое лето, но иногда делать это приходится дважды и трижды за сезон. Объем становится больше, появляются новые заборы и остановки. Остановки покупаются, ставятся новые и так далее, и так далее. То есть увеличивается капитальное вложение в ремонт дорог. В этом году, допустим, строятся новые ливневые канализации. Также федеральные программы, то есть наше управление участвует в федеральных программах по благоустройству, по формированию комфортной городской среды. Ограждения вдоль дорог чаще всего приходится менять после ДТП, потом следить за ними, красить, мыть, чистить и ремонтировать. В этом году новые металлические сооружения появятся на 20 участках, 12 рядом со школами. Только в Центральном округе планируют обновить 40 километров дорожных ограждений. Всего в городе объемы в два раза больше. Успеть хотят к началу августа. Светлана Урванцева, Андрей Кузьмин, Антенна 7.